Хей, hey, okay, с вами Шмики, и мы продолжаем проходить игру под названием Chasm. Окей, okay, я, короче, дошел к дети колокола. Нам осталось только взобраться и все. Так как в прошлой серии мы с вами получили парашют, мы убили какого-то темного рыцаря и... еще там что-то там. Хорошо, 2, 1, 4, 4, 3, 4. 2, 1, 4, 3, 4, 4. Нет? А, наоборот, окей. Так, раз, два. Черт, заново. Второй, первый. Четвертый, четвертый. Третий. Готово. Так, все, у нас открылись врата. Я забыл таймер запустить. Ну, как обычно. И пойдемте посмотрим, что здесь у нас. Сейвинг. Фикс. Так, ну здесь можно... от стенки отскочить. Хотя нет, давайте я по низу пока пройдусь. Теперь я понял. Теперь я понял, что мне делать. Спасибо, Кэп. Ну, на самом деле, что слишком... тяжко он допрыгивает. И в парашют точно. Это мой парашют. Я забыл, что теперь у меня он есть. Блять. Знаете, есть типа телешоу «ПКЛ на кухне». У меня сейчас ПКЛ-ный зад. Начинается. Хранится. А, какой-то мини-проходик для гномов. Зря, да, это все сделал. Окей. Успел. Зато я успел. Так, ладно, здесь я спрыгну. Ха-ха-ха. Так, приятель, ну... тебя я уже встречал тоже. Ее тоже я встречал. Теперь главное не подохнуть. Самое главненькое. Видите, что он делает? Видите, что он делает?
Какой он? Пройдоха. Блин, глаз чухается. Сейф, лес. Можно сохраниться, пожалуйста. Спасибо. Я скажу вам, если вы дадите мне сохраниться. Сохранение. Я ж не отстану от вас. Ко мне идти до сохранения. Обожаю. Вижу зону с боссом. Мы идем в зону с боссом. Если что, у меня есть парашют. О, король. Мертвый король. Идем. Это шо за херь? Ты шо, гей? А. Опа-на, что такое? Ага. О, максимум хп. Пойдемте сохраняться. Я его просто... Это все благодаря броне, ребят. Так, давайте вернемся, я думаю, обратно. Три удара, он не трупом. Блин, если бы можно было заточить этот меч, я гладиаторский меч затачивал. Смотрите, что эта крыса делает. Я все равно не достаю. Так, мне нужно в ту сторону. Тут подняться наверх. Ха-ха-ха-ха.
Я немножко читер. Пришлось сломать вашу систему. Вот что значит, когда мне дали парашют. Они думают, что он будет по предназначению, да, использоваться. Фьюшки там. О, еще кто-то. Грэнд. Ученый. Библиотекарь. Вот что это за херь, типа, он бывает один раз атакует, либо сбрасывается вот эта анимация, и он делает длительную, типа, двойную сразу атаку. Рулон. Бумаги. Так, а здесь у меня все равно вопрос, как мне до туда допрыгнуть. Не, я не долечу. Как бы я ни хотел, я не долечу. Пускай с лазера своего пуляет, я просто два. Немного на стрелу сел. Так, ладно, сохраняемся, идем дальше. Убили лича мы с вами. Это последнее сокращение, да? Да. Чекост. Опять раздвилки. Ну что это за фигня? An active volcan stun working in the sunburn of Yuklak. Я знаю, что это. Скорее всего, это в том, мне нужно теперь в зеленую херь пойти. И заюзать ее. Так. Ринг. Минус урон, деф поднимается на единицу, фигня. Мы уже играем в эту игру 4 часа 41 минута. Так, ну, получается. Здесь мы уже можем не возвращаться. Ну, только в гладиаторскую потом херь зайти. Так, это шахты. Катакомбы. Так, травянка. Поехали. Во-первых, сверху. У нас есть там площадка, либо не сверху, а где-то я видел. Вон участок у нас. Только осталось найти туда портал. Один из проходов этих, да? Другой. Я не знаю, как находить нужный, поэтому... Да, как-то так. Да, это он. Там у нас специальный еще проходик, где я не был. Теперь я еще и в шахте могу в одно место там сходить. Точно. Сюда мне нафиг не нужно. Вот он, это место. Тут сундук.
Так, шапочка. Бегнем. Так, немножко не туда пошел. Мне нужно самый первый. Это здесь. Да, это здесь. Вставляем этот. Телепортик. Телепортик. Ну, я не знаю точно. Но, скорее всего, этот амулет подойдет к двери. Я так думаю. А так ли это или нет? Сейчас узнаем. Нет. Окей, значит, это просто амулет, который нахер никому не нужен. Так, здесь, по идее, я могу где-то пролететь. Там мы запускали воду, там у меня вода. Короче, здесь в основном вода. Здесь мне нужно учиться плавать под водой. А для чего я замок тогда проходил? Вопрос такой, знаете, логический. Куда мне идти? Обманывают меня где-то. Ну это не вариант. Блин, ну что это? Ай, ладно, давайте тогда на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.